Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в тестовую версию альфа Resident Evil 2 Reborn High Definition. Это ремейк классического Resident Evil 2, что очень и очень круто. И что мне не понравилось сразу, то что это тестовая версия. То есть здесь игра не проходится. Просто сделана небольшая демонстрация, которая показывает, как это все играется, что это из себя представляет, и... насколько максимально приближен данный вариант к оригиналу. И скажу вам честно, почти что все идентично. Просто офигительно. Камеру можно делать как от третьего лица, так можно делать ее и как в классическом варианте, что очень важно. В разделе опции у нас достаточно мало параметров. Вот есть видео опции, но они как бы не работают. То есть я могу сейчас их все настроить, да, попробовать поставить, но мне кажется, от этого ничего не изменится абсолютно. Вот. И то, что я уже пробовал игру вот, поставлять на такие опции, и почему-то как-то это все не фурычит особенно. Аудио опции вообще не работают, то есть не поддерживаются. Вообще никак. С дисплеем. Дисплеем. Игрушка очень темная. Вот. Мне это как бы не пришлось по вкусу. И я решил яркость выставить на максимум, да? И не получилось. То есть, вроде бы как бы выставил на максимум, но все равно не принимает. То есть, тут еще настраивать и настраивать игрушку. Но мне сразу же понравилось то, что к оригиналу она приближена максимально. И сейчас вы сами в этом убедитесь. И никакой заставки, ничего. То есть разработчики сказали, что в ближайшие дни они выпустят полную версию, абсолютно, в которой можно будет нормально играть, проходить сюжет. Это очень-очень важно. Но опять-таки выпустят альфа-версию. Я думаю, то, что под альфа они подразумевают то, что мы не сможем все сюжеты открыть, а только сможем основные пройти сюжет за Леона и за Клэр, соответственно. Музыка играет оригинальная. Но, к сожалению, ее плохо слышно, потому что настройки звука не работают. И вот тут просто темно. Мужик говорит, стоять. Что ты здесь делаешь? Он говорит, не стреляй, я человек. Он говорит, извини, я тебя принял за одного из них. Он говорит, что здесь происходит? Осторожно. Я закрою это. Я не знаю, здесь происходит что-то не то. Здесь появились зомби. Ну и дальше там начинает диалог. В общем-то, камеру можно переключать. Нажимаем кнопочку. Пам. Стоп. Немножечко не тот ракурс взял. Тут опять-таки тоже свои есть баги небольшие. Вот такая вот камера у нас, соответственно, режиссерская. Как это принято говорить. Очень-очень классно сделано, очень качественно, очень все детализовано. Это супер. Движок у игры Unity. Вот. Управление просто ужаснейшее. То есть инвентарь не поддерживается. Я нажимаю кнопку инвентаря, инвентарь не включается. Но разработчики сказали сразу то, что инвентарь не будет работать в данной версии, вот, а будет чуть попозже сделан, соответственно, вместе со всем остальным. Потому что, вот, допустим, у нас... давайте подальше отойдем. Вот у нас на столе лежат патроны, да? Их нельзя взять. Я подхожу к ним, нажимаю кнопку, Леон не берет их. Опять-таки, здесь тоже лежат патроны. Вон мужик стоит с арбалетом, да. Если сейчас выйду наружу, вот в ту дверку, то, соответственно, на него нападут и его сожрут. Те, кто играл в Resident Evil, знают это прекрасно. И потом можно будет вернуться обратно, перестрелять всех зомби и забрать с него арбалет. Да, это можно будет сделать. Здесь нельзя. То есть мы заходим, и все, мужика нет, он пропал, только одно кровавое пятно остается. Это печально, это очень печально. Но опять-таки, разработчики честно сказали, что... да, вон, все, начали ужирать. Не ожидайте полной версии от данной альфы. Но я очень надеюсь, что дальше они все это сделают как положено. Здесь пока тоже никого нету, но здесь должны быть зомби, понимаете, да? Это как бы логично, это одно из другого вытекает.
И опять-таки управление какое-то странное. Вот я сейчас бежал вперед, у меня Леон сам развернулся автоматически. Кстати, вот, меня радует то, что здесь можно сделать резкий разворот. Вот я нажимаю сочетание клавиш и... Стоп, подождите, как оно работает? Да, вот. Вот, прекрасно, все, я понял. И Леон у нас резко разворачивается, это очень-очень круто. Сценарий за Клер недоступен. Вот. Хотя, по идее, разработчики обещали сделать его сразу же доступным. Ну, вон зомбики. Все. Вот здесь зомбики, а трупы там нету. Я туда не пойду, конечно же, потому что здесь патроны не бесконечные. И поскольку инвентарь нельзя пополнять, нужно их очень-очень экономить. Вот теперь от этих товарищей, я думаю, либо нужно замочить, либо сюда можешь пробежать, они сами выйдут. По идее, они как бы сами должны выйти. Но нет, нет, сами они что-то не выходят, значит, их нужно перестрелять, чтобы дальше попасть. Альфа, конечно, да. Вот данные именно глючные. Очень глючная. Вы ставьте как можно больше лайков, если вы заинтересованы в прохождении нормальной альфа-версии, которая выйдет достаточно скоро, в которой можно будет пройти игру, соответственно, полностью. И это будет очень-очень круто, потому что у данного проекта огромный потенциал, сделано все очень качественно, внимание к деталям огромнейшее. Это немаловажно. Так, здорово. Но... Падай. Падают листья. Вот почему-то вот эта решетка, она должна открываться. Она должна открываться, эта решетка, по-любому. Но она почему-то не открывается. То есть, тоже, наверное, баг. Хотя, по идее, она открывается. То есть, вот в данном случае у меня почему-то нет. Не фурычит она, не фурычит эта решетка. Я не знаю, с чем это связано, честно. Вообще, у меня даже нет мыслей никаких абсолютно. Здесь, кстати, тоже патроны должны быть. Она не работает, эта решеточка, и, соответственно, дальше ли он пройти не может. В общем и целом, вот она такая вот тестовая альфа-версия. Тестовая, потому что... Вот, мы бегаем. Управление работает, звуки работают, стрельба работает. Ну, а во всем остальном еще нужно дорабатывать. Ну, я уже знаю, что все доработанное. Просто в чем там дело случилось? Разработчики обещали еще полноценную альфа-версию 31 октября. И когда они открыли доступ, сайт, на котором они распространяли данную, даже не модификации, даже игра, данную игру распространяли, рухнул от большого количества запросов. То есть люди начали просто заваливать этот сайт своими персонами, и все, и сайт рухнул. И вот только сегодня они залили на файлообменник вот такую вот тестовую версию игры. Зачем они это сделали, я не знаю. Может быть, потому что народ там уже слюнями истекал весь. Там в комментариях бомбил у всех направо и налево, что как так, 31-го обещали, а до сих пор не вышло. Ну вот, пожалуйста, выпустили. Правда, выпустили совсем не то, что нужно было, но хотя бы так. То есть уже можно походить туда-сюда, потестировать что и как. И это уже замечательно, это уже показывает то, что в игре... Очень-очень круто все сделано, проработка отличнейшая. Правда, конечно, тут нужно с опциями поработать, управление, чтобы можно было настраивать нормально, чтобы можно было яркость поставить приличную, инвентарь, чтобы работал, ножик, чтобы работал, все, чтобы было как положено. Кстати, механика здесь очень похожа на Resident Evil 4. То есть мы во время стрельбы ходить не можем вообще. Хотя вот если я нажму кнопку вперед, то будут слышны шаги, что как бы странно. А так мы можем туда-сюда вот так вот перемещаться. Это тоже круто. Слушайте, а может быть нужно замок прострелить? Да вроде как нет. Вроде как нет. Странно. Бывает же такое. К сожалению, Леон не может пройти за эту решетку. Увы, увы. Ну вот, значит, надо ждать теперь, пока разработчики выпустят полноценную альфа-версию, как они выразились, в которой будет доступен инвентарь и все остальное, и которую можно будет проходить. Ну а с вами был Антон, надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.